Ребят, всем привет! Хочу сделать новую рубрику, так сказать, охота по магнитам. Для этого мне нужна машина. Вот это будет машина для того, чтобы мы охотились. Так сказать, мой СТХ. Когда помою машину, увидишь, что цвет как у СТХ, такой типа переливающийся, классный. Также будут золотые колесики. Короче, преображение вот этой машины, смотрите, в этой серии, в конце. Это такой, типа, немножко автовлог, что ли, будет, короче, что-то такое похожее. Все это делается для того, чтобы охотиться на Hot Wheels, поэтому тематику соблюдаем. По машинке, ну, такая вот интересная вот машинка. Пережила, так сказать, уже много разного тюнинга. Есть у нее вот такой вот красивый спойлер. Сзади имеется такой вот значочек. Такие вот красивые фарки. Кстати, ребят, по поводу стабилизации. Да, я могу снимать стабилизатором, просто я это не делаю в детском мире, потому что, откровенно говоря, сотрудники в детском мире бы офигели, если бы я ходил с стабилизатором и снимал там контент. Они так-то от камеры офигевают. Мне кажется, без стабилизатора как-то живее и динамичнее смотрится. Так, ну что, у нас машина прогрелась. Я ее прогреваю, потому что она стояла очень долго. Сейчас аккуратно, медленно доеду до сервиса. Поменяем там жидкости всякие и так далее. Потом поменяем колесики. Ну и, естественно, надо помыться. Что, начинаем? Садимся? Оп. Так, ну что, ребята, меня там не видно. Короче, вот так вот выглядит камера стабилизации, пугающе, так сказать, по мне. Ну и для сотрудников других тоже. Поэтому, сори, скорее всего, будем охоты снимать без стаба, потому что это как-то очень прям громоздко смоется. Там все-таки надо как-то быть более скромным, чтобы камеру сотрудники не видели, чтобы они начинали разговаривать, ну, выносить коробки и так далее и тому подобное. Там, сказать, нужна немножко приватность. Поэтому эта камера уже много на самом деле. Вот. Ну, как говорится, работаем с тем, что есть. Так, ну что, поехали, короче. Включусь, когда подъедем к сервису. Так, ребят, машина уже на подъемнике. Ее поднимают. Вот уже купил масло, купил фильтра для того, чтобы их поменяли. Сейчас этим как раз и займусь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это было близко. Нормально, да, опасненько, опасненько, с таким спойлером. Так, стабилизатор, конечно, не так динамично смоется. Так, короче, сливают сейчас старое масло. Ну, возможно, оно, кстати, даже еще нормальное. Просто решил поменять, потому что машина стояла несколько месяцев. Непонятно, что там с ним могло произойти. Поэтому лучше перестраховаться. О, полилось, полилось. Скажите, ребят, как вообще вам все видно? Как по качеству? Вообще должно быть все отлично. Камера, так сказать, позволяет. Плюс тут свет добавили, все очень удобненько. Так, не будем мешать работнику делать его работу. Ребят, такая же машина вроде есть в Hot Wheels, да? Пишите комментарии. Это даже покруче выглядит. Так, пока машина на подъемнике, посмотрите, что там вообще снизу происходит. Осматривают этот автомобиль. Конечно, надо им заниматься. Он, походу, пыльник, да? Слетел. Так, давайте посмотрим, что с этой стороны. Ой-ой-ой. С этой стороны вообще все плохо. Вот это что это такое? Раз так должно быть? Мне кажется, нет. Надо будет потом спросить мастеров, которые шарят. Вот явно что-то неисправно. Скорее всего, из-за того, что машина стояла долгое время, что-то закисло. Либо там смазка пропала. Ну, короче, надо будет разбираться. Я, к сожалению, не автомеханик, чтобы это знать. О, кстати, ребят, не забывайте ставить отзывы, особенно детскому миру. Это так им нужно. Поэтому, если вы что-то покупаете, вы довольны, особенно по моим наводкам из телеги, обязательно оставляйте им отзыв, им будет приятно. Потому что, ну, камон, у них и так там работа, скажем так, не очень благодарная. Можете как специалист посмотреть? Или это отдельный денег стоит? Там со стойкой какая-то проблема. Стойка? Имеете на амортизатором? Да. Вот с этой стороны нормально,
Вот там, вот завтра потекла. Да, с этой прям жесть какая-то. Да, здесь только замена будет. Замена, да? И фара меняется. Ага. Так, ну и так вообще ездить можно там хотя бы неделю? Или нежелательно? Можно ездить, просто жестковаться, что-то. Ага. Жестко будет. Вы закупаете детали или мне надо самому найти? Вот мастер сейчас может уточнить, может на складе может наличие запчасти будет. О, все, супер. Так, ребят, слышали, да? Давайте я вам повторю, если вы не слышали. Короче, да, все-таки я был прав. Это потек амортизатор. Поэтому его надо заменять. Его надо менять сразу парно. Сейчас узнаем, есть ли у них в наличии. Если есть, наверное, надо сразу поменять. В зависимости, сколько по деньгам. Потому что я рассчитывал не на такие суммы. Ну, если в 5 тысяч вложимся, то все окей. Понятно, что человеку что-то покажу вам? Да, конечно. Смотрите. Да. Видите, да, здесь... Ничего нету, стука нет, подойдите сюда. Ага. Это здесь опорная чашка стоит. Ага, и что там? Разбился опорная чашка. Чашка это которая? Сверху амортизатора. Железная? Там железная и резина, и шарики есть там. А, их надо менять? Да. Ага. Это тоже пара меняется. Понятно. Так, и сколько это по деньгам? Ну, по работам это каждая сторона. Сколько? 2,5 рубля. Каждая сторона. Но запчасти надо, мастера надо уточнить, сколько мастера. Ну, я просто сомневаюсь, что у вас есть запчасти на эту машину. Ну, мало ли там, можно уточнить. Ну, давайте уточним. Если есть, то, ну, как бы, скажите, сколько это стоит, я посмотрю, есть ли у меня такие деньги с собой. Хорошо. Сейчас. Так, и фильтра осталось, да? Да, воздушный и салонный. Да. Сейчас масло, уровень, все сделаем, зальем. Да, точно, что же масло заливать. Так, она держится так обычно. Да, грязненько, конечно, все выглядит тут. Надо, наверное, со временем будет прийти к тому, чтобы здесь все помыть. Но пока не до этого. Не любитель я мыть двигатели, потому что от этого могут быть большие проблемы. Так, ну что, ребят, тут реклама масла подъехала. Ладно, шучу, просто типа вот это масло рекомендовано для моего автомобиля. Toyota 5W40. Ну что, как вам плавность? Оп. Замена пошла. Заливаем. Так, насколько я понял, сюда залазят 4 литра. Так что у нас еще литр, наверное, останется. Будем, так сказать, его возить с собой, как резервный. То вдруг что? Так, вот мастер смотрит, сколько масла. Видимо, не хватает. Так, еще раз мой этот уровень. Все хорошо? Отлично. Так, что, ребят, меняют, короче, фильтр. Фильтр прям плохо, да? Да. Очень плохо ему. Так, берут, короче, новый фильтр. Свеженький, чистенький. Ну, вот это прям блестит. Ну все, теперь дышать будем лучше. Так, я осталось, короче, поменять салоне. Там, правда, делается через бардачок вроде как. Все, все закрыли. Ребят, выглядит, как будто вырвал бардачок, но вроде так все и нужно. Мне прям интересно посмотреть, какого там состояния фильтр. Кажется, тоже не очень хорошего. Состояние прям пипец. Вот берут свеженький, чистенький фильтр. А, ну он уже такой типа угли, это с углем, да? Он не хочет лезть. Сейчас его запихнуть. Ну и куда туда он вставляется, как дискет в старый компьютер. Все отлично. Кстати, мне даже интересно стало, влияет ли это на само качество езды. Так, ладно, надо бардачок вставить, делаем паузу. Короче, ребят, решил я снять все-таки камеру стабилизатора. С ней проблемненько так снимать. Все-таки стаб нужен, когда просто делаешь красивые кадры с машиной. Так, уходим в сторону. Ну что, вроде все поменяли. В принципе, это было несложно.
Главное, надо было сейчас доехать. Вот самое сложное, это заехать и выехать. Место маловатенькое. Я бы лучше выезжал передом. Если закажут, то там по 5. Ну, лучше по 5, конечно. Ну, нет. Тем более, само вторую деталь по-любому ждать надо. А смысл два раза кататься? Работа... маяки и переднюю снимаем, завтра пол снимаем. Получается, завтра тоже по 5, работа 10 тысяч. Так прошло, что прозвал потребуется, наверное, нет, но... Так, ну что, ребят, сделали мы ТОшку. В принципе, обошлась она в 1500 рублей. Также закинул 1000 рублей предоплату на будущие работы, потому что я посмотрел, у меня там стойкам кирдык. Короче, надо менять стойки. Суммарно это обойдется 26 тысяч еще. Поэтому через неделю я приеду сюда еще, так сказать, сделаем машину в идеал. Ну ладно, не в идеал, но сделаем так, чтобы можно было на ней комфортно ездить. Направляемся дальше. Теперь нам надо поменять колеса. И обязательно помоем машину после этого, чтобы она выглядела прям замечательно. Все, переходим дальше. Ребят, мы опять в похожем месте. Только в этот раз мы будем сейчас менять колеса. Без стабилизатора, потому что мне со стабилизатором не нравится динамика. Стаб буду использовать только когда буду делать подсъемы красивые стачки. Так, что делаем? Меняем. Ставим, да? Лето обратно, да. Просто снять, поставить? Да. И зиму на хранение? Да. Хорошо. Мне, короче, ЦО неправильно у колес, поэтому мне для них нужны проставочки вот такие вот. И главное теперь не потерять. Че, по шипам вроде хорошо. Нет, все отлично, ультрагрип. Да я даже не ездил на самом деле. Мы как поменяли, поставили машину, все. То коронавирус, то типа еще что-то, короче, и в итоге не ездил. Потом работу сменил и там на метро катался. Было не до машины. И вот только сейчас, типа, так, ну, на даче собрались, поэтому решил заняться автомобилем. Слушайте, чтобы вы понимали, я тоже сегодня супруга приедет, буду переобувать. А, ну вот. Не один я такой, значит. Так, вот наши колесики едут. Ну все, ребят, сейчас переобуемся. Надо будет обязательно машинку помыть. Видите, она такая пыльненькая, грязненькая. Как помоем, будет на солнышке сверкать. Такие вот колесики. Надо мне, конечно, заботиться. Я профукал колпаки. Надо мне колпаки найти. А то это не делал. Один колпак остался. Ну, по одной есть. Так, проставочки ставят, все отлично. Проставки надо для того, чтобы колесо, когда крутилось, оно не делало вот так, типа, что крутится, такой... Короче, чтобы не било потом в итоге. Вот видите, ставят проставку. Ребят, согласитесь, так намного лучше. Золотые колеса, красная машина. Но везут. До, после. До, после. Также, ребят, пользуясь случаем, наверное, все-таки заедем в какой-нибудь детский мир поблизости. Так сказать, убьем двух зайцев. Сразу начнем охоту. А что, машина уже готова. Колеса поменяли. ТО сделали. Все, можно спокойно разъезжать. Осталось, конечно, эти стойки сделать. Все, машину сейчас опустят. Все. Вроде как опустили, но что-то она нифига не опустилась. Прям вот хочется на нее так нажать чуть-чуть сверху, чтобы она села. Ну, пока вот такой вот джипик. Будем пока ездить так. Может, чуть позже чуть-чуть ее опустим. Так, ребят. Поменяли мы колеса, вид, ну вид имеет, напишите в комментариях. Конечно, да, естественно, 100 пудов кто-то напишет, что нужно тут занижение небольшое, либо колес чуть побольше. Но по параметрам на машине должны быть именно такие колеса, чтобы она ездила комфортно. До этого стояли, ребята, вообще 18-е колеса, было супер неудобно ездить. Если что, вы можете в интернете или на Drive 2 найти фотографии, как она выглядела на 18-х колесах. Ну, выглядело, да, прикольно, но были свои нюансы. Поэтому я сейчас езжу вот на таких вот, которые нужны по параметрам, чтобы машина правильно ездила. Что, нам осталось съездить на мойку, но прежде я заеду в детский мир. Ну что, ребят, поехали на мойку, посмотрим, как она выглядит чистенькая, новенькая.
и сделаем подъемы крутые. Ребят, надеюсь, меня слышно. Короче, все, поменял, помыл машину. Не знаю, видел вам, как она блестит. Солнце, конечно, ушло как раз, когда я начал снимать. Надеюсь, вам понравился данный формат. Пишите комментарии, продолжать что-то снимать с машины, либо нет. Вот. Но мне она сегодня очень помогла. Я заехал в несколько детских миров, которых раньше не был. Поэтому наш контент будет улучшаться. Будем смотреть все больше и больше новых детских миров. И тем самым будем больше ставить рейтинг. Поэтому, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарий. Ну и всем, естественно, хорошей охоты. Всем пока-пока.